Здорово, ты живой там? Я пытаюсь заснуть. У меня температура 39,2, мне плохо. В доту пойдешь играть? Нам пятый нужен. Да. Я однажды себе поставил доту, это был год 10 или 12. Я в нее зашел и тут же вышел. Мне не понравилось. Но, наверное, это хорошая игра, раз у нее столько поклонников. Не спорю, может, хорошая. Когда свитер действительно кусается? По полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то, но больше не поет. Ладно. Это разноцветные гробы. Хоронят преподаватели рисования. Не знаю, у меня такие ассоциации. Я много терпел. Я терпел молоко по 0,9. Держался при пиве по 0,45. Принял упаковку из 9 яиц, но это уже слишком. Твикс одна палочка? Что? Просто фабрика, которая делала правую палочку, ушла из России, а фабрика, делающая левую, осталась. Ну, теперь можно взять две палочки в разных упаковках. Ладно. Пельмени до готовности. Пельмени, когда забыл про них. Это я, ходивший в магаз, только за хлебом иду домой с тонной непонятного, непонятно чего за 3000. Жиза. Это даже не смешно, господи. Я иду утром на работу. Чувак, который идет с ночной смены домой. Веселый такой. Когда в рестике нажрали на 5к, ты думаешь намекнуть ей разделить счет или уже пусть сама за все платит? Никто. Твой батя когда уронил между сиденьями 10 рублей? Или телефон туда бывает проваливается, скотина такая. Когда проснулся и идешь проверить, скачался ли файл на 50 гигабайт, но видишь, что не подтвердил загрузку в всплывающем окне. Я иду на отвратительное свидание. Чего ты знаешь, что будет отвратительное свидание? Не, прикинь, типа, да, там буду я, только меня видел, но он забавный. Не, прикинь, это ты, типа, пишешь девушке, с которой ты идешь на свидание, много раз, типа, ей. Вот. Человек, который меня бесит, говорит, что не любит помидоры, я на следующий день. Рочкой... Мусю. Идеальная вывеска. Хорошо. Обычный поход австралийца за своей почтой перевернута для лучшего восприятия. Учебник польского языка. Бобр, курва. Ну, по-моему, курва это не курица, это типа шмара, что-то такое. То есть придумать надувающуюся ядовитую рыбу фугу с расширяющимся скелетом природа смогла. А до лошади с рогом во лбу не доперла. Но тут дело не в том, что она там доперла, не доперла, просто так сложилось. Так случилось. Там вообще что-то слишком много плюшек этим водным. Тут тебе и меняющиеся всю жизнь зубы акулы, и фонарика у дельфина, только рот открывай, и попеременный сон полушарию дельфина, и суперклешня с генератором плазмы у креветки Альфиос, это который решил креветка-боксер, типа она такая, фух, выстреливает кулаком и в нокаут отправляет всех. А у нас, короче говоря, грыжа межпозвоночник 40 годам, хроническая депрессия, артрит и понос от немытых фруктов. Кто знает, может быть, если рыба фугу тоже съест немытые фрукты, у нее тоже будет ее рыбий фугский понос. Мы же не проверяли кормить рыбу фугу немытыми фруктами. Хотя как фрукты в воде могут быть немытые? Они же автоматически там помоются. Ладно. В пакетике. Немытый фрукт в пакетике есть. Чё я вообще тут рассуждаю? Это же глупости. Я приглашаю девушку домой в гости. Батя. Ладно. А. Это похоже на... Ну, это типа фотоловушка. Медведь попался в фотоловушку, но похоже на аватарку. На аватарку твоего бати похоже как раз. Во-во. Чисто твой батя. Ладно. Хорошо. Все, все, я понял, хватит. Хватит мне бати. Перестаньте мне пихать в лицо бати чужих. Ну да, да, вообще, слава богу, это матя. Бегите, я не смогу долго сдерживать его. Впервые вижу лапки капибары. Наверное, впервые. Ну, может быть, я видел, просто забыл об этом. Я столько просто всего видел. Ладно, хорошо. Как быстро уснуть? Первое, проверить комнату. Проветрить и проверить на предмет кроватных, прикроватных, подкроватных монстров. Лечь на кровать. Начать в уме планировать следующий день. Неожиданно захотеть котлеты и посмотреть документальный фильм про пчел? Никак. Парень спросил у девушки на сайте знакомств, какой мужчина ей нужен. Женская логика во всей красе. Ну, начинается. Давайте посмотрим. Мне нравится честность, мужчина должен держать слово. Вариант диван, телевизор тоже не ко мне. Мне нравится импровизация, когда цветы без повода. Настойчивость. Не люблю, когда у меня спрашивают, а ты, может, хочешь или не хочешь? Знаки препинания, не? Как сказал, так и будет. Но к моему мнению надо прислушиваться. Правильнее сказать, мнения должны совпадать. В идеале читать мысли. Это сложно, но возможно. Какая безграмотная речь, господи, глаза бы мои это не видели. Жизнь – это стиральная машина, а ты в ней капсула с порошком застряла возле дверцы и чиришься с каким-то носком. Это прям рифма, смотрите, получилось. Вместо того, чтобы отдавать свои полезные элементы нормальным ребятам. Хорошо. Горячая, верная, бесценная, аккуратная. Хорошо. Образование в СНГ – это когда мужик из Ютуба за 10 минут объясняет тему в разы лучше и доходчивее, чем это делал твой учитель на протяжении недели. Да нет, просто мужик на Ютубе тебе по верхам быстренько прошелся, вот, а преподаватель тебе дает структурированную информацию. Это сложнее и глубже там все, в общем, да. Привет, ты акт? Привет, я счет фактура. Не, привет, я договор, ну, короче, ладно. Прикупил себе тепловизор. Первое, что проверил, температуру кошачьего говна в лотке, что называется с пылу с жару. Ладно. И выкинул его такой. Ну, типа, ради этого просто хотел купить тепловизор.
Когда вроде нашел ту самую девушку, но тут она спрашивает, какого я знака зодиака и во сколько родился. Мое желание общаться с ней. Выложил на кассу 9 рулонов туалетной бумаги. Вся очередь шепчется, он срет. Кассир осуждающий глядит. Так неловко. Вышел на улицу, все тебя снимают, смотрите, он посрать собирается. Во всех новостях сюжет. Президенты всех стран вышли заявлениями. Вот он, этот человек будет срать, смотрите. И много. Тут написано спать. Ладно, ошибись. А что если слезы соленые, потому что вместе с ними выходит соль, которую сыпят нам на раны? Никогда об этом не думал. Люди, которые... Конечно, нет, это не может быть бред, глупости. Люди, которые не хотят, чтобы ты что-то нашел, употребляют слова «торец» и «цокольный этаж». Что такое «торец»? Ну, типа, это сбоку. Я никогда так не говорю, просто говорю «сбоку». И зайди сбоку, зайди с торца, дать в торец. А, кстати, дать в торец. Ну, типа, правобоковой. Не, это как его. А цокольный этаж – это у нас, типа, цокольный. Он, типа, не подвальный, но и не первый. Он, типа, цокольный. Ну да, это вот цокольный этаж – это геморрой, это какой? Ну, типа, он так наполовину высовывается из земли, как-то так, что ли. Ну, типа, у тебя есть магазин, цокольный этаж, а дальше уже идут первый этаж, жилые дома, когда, допустим, на первом этаже магазин. Ну, да, с цокольным этажом бывает путаница. Нам бы бжешник рассказывал, когда он поступал в военное училище, нужно было сдать экзамен по физике. А он не шарил физики, просто нарисовал танк, его взяли. Потом еще спросили, типа, теоретическую физику знаешь? Ну, я не растерялся, ответил, теоретически, у меня есть диплом по физике. И они сказали, добро пожаловать на борт, парень. Строгий отбор. Когда парень прилетел на свидание, держась за крыло самолета и отстреливаясь от врагов семечками. А он неплох. Это любое индийское кино. Видимо, в этом прикол. Я за отмену всяких ограничений по допингам в спорте. Хочу видеть, на что готовы люди ради победы. Хочу видеть соревнования обколотых препаратами и прочей химии киборгов, пробегающих 100-метровку за 3 секунды и бросающих вниз на 100 метров. И после каждого соревнования они просто помирают, потому что твое сердце и организм в целом не готовы к таким нагрузкам. Бухой мужик просит прокатиться на скейте. Все вокруг. У меня был случай, когда мы учились в 11 классе. Дрон нажался, а там чел играл на гитаре, сидел. Наверное, какую-нибудь гражданскую оборону туда. Ну а что еще можно играть на гитаре? На лавочке, конечно, гражданскую оборону. Или Цоя. А другой чел на скейте катался. И дрон, короче, в говнич пьяный. Он весил килограмм 100, и ниже меня ростом был. Типа, дайте-ка мне это. Гитару, взял гитару, чувака, взял скейт и. Такой, сейчас я вам покажу, как я, короче, еду на скейте, играю на гитаре. Ну, короче, он едет на скейте, играет на гитаре, падает и ломает себе руку. Ну, вот такая история. Пара-пара-пам, это было смешно. Ну, его в говно пьяного возят на скорой. Вот. А он, по-моему, там что-то еще... Что-то шутил, типа он там не доиграл. Песню допел. Жируха, телка с прицепом, одинокая счастливая жизнь, я, который не вышел рожей. Ладно. Я, кстати, не понимаю приколов про телку с прицепом. Что такого, если ты, допустим, с женщиной сошелся, и у тебя с ней все хорошо складывается, и ребенок, как бы у нее, если адекватный, почему бы не жить с ней? Что такого? Это лучше, чем какая-нибудь неадекватная сумасшедшая, но без прицепа. То есть, ну, типа, ребенок это не критерий качества. Вот. Уважаемые родители, чей ребенок зарегистрировался на Я-класс под именем живых пожилой, я удалю его из списка детей. Шутки шутками, но в класс СОМ, в классном журнале, видимо, она имела в виду. Нет такого ученика, и работы засчитываться не будут. Это не игра, а реальный учебный процесс. Какие у вас есть идиоты? Ха-ха-ха-ха, пишет кто-то там. Ну, а прикиньте, вы правда зовут живых пожилой. Когда вы поссорились, но ее все равно нужно отвезти домой. Я такой не видел. Человек, вы такое тупое животное. Ты такое тупое животное. Говорит человек, видимо, кому-то. А, обезьяне. Мудрый обезьяк. Твоему виду легче вообразить конец света, чем конец капитализма. Человек орёт. Ну, если случится конец света, то автоматически случится конец капитализма. А вообще, да, система, кроме капитализма, взаимоотношений людьми, между людьми, какая еще может быть? Мне сложно тоже представить что-либо, кроме капитализма. Ну, коммунизм, наверное, да? Но опять же, как это на практике будет, тоже непонятно. То есть я, допустим, буду писать книжки, а вы будете печь булочки. Денег-то нет при коммунизме. И я такой, прихожу, беру у вас булочки, потому что, ну, вы мои книжки можете почитать. Ну, как-то так. То есть, ну, это утопическая система, на практике. А если я захочу взять 100 булочек? У меня должен быть какой-то документ, бумажка какая-то, которая будет подтверждать, что я написал книжку. Или написал 5 книжек, и я имею взять 100 булочек, имею право. Потому что вдруг я не писал вообще книжек никаких, как я тогда булочки возьму? Что же это за бумажка будет такая? Ну, типа, деньги. Бумажка, аналог денег какая-то нужна, чтобы он не поверил, что я правда написал книжки и могу взять булочку. Ну, не знаю, в общем, мне сложно представить себе коммунизм и вообще аналог капитализма. Ладно. Хотя капитализм тоже система такая себе. Наверное, надо как в Советском Союзе что-то было. То есть, как бы, капитализм, но умеренный капитализм. Ладно. Ладно, ты вообще опять куда-то не туда ушел в своих рассуждениях. Вчера, помните, прикол был? Или позавчера, когда телка, когда девушка ругается, берет, смотрит на нее через вилку и представляет, что она типа в тюрьме. И это еще больше бесит. Смешно. Я, наконец-то, взрослая жизнь. Буду покать... Покупать что захочу. Что захочу? Покупать, видимо, имелось в виду. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Данил пишет, не рекомендую. Купил у меня за 14 и перепродает за 20 тысяч. Ты чучело, пишет Александр. Зачем ты меня выдаешь? А что он там, MSI? GTX?
16 гигабайт, 4 ядра. MSI, это же дорогие компы, насколько я помню. У меня был MSI, он стоил дорого. Я его брал вообще за дорого, это был год 20-й, наверное. За сотку, да, 120, что ли, он стоил. А тут что-то дешево. Хотя, может быть, есть дешевый MSI. MSI. Не знаю, ладно, короче, пофиг. Может, я сейчас вообще дико туплю, и MSI вообще разные бывают. Или вообще, может, это не компа какая-нибудь, а MSI, видюха там, не знаю. Ты хрен его знает. Я когда задали сделать курсач. У этой задачи очень высокий радиационный фон. Ее можно делать только 2 минуты в день. У меня как раз сейчас жена курсач делает. Вот, она просто говорит, что это геморрой. Да. А я так, а мне пофиг, я... Мы говорим, мы же с тобой отучились уже. Давно зачем ты снова поступил учиться? Почему у тебя в машине так холодно? Охлаждающая жидкость в печку не поступает, поэтому она не греет. Охлаждающая, не греет, не греет, охлаждающая. Да, я тоже удивился, когда у меня была первая машина. 9-ка это был какой-то год, не помню, очень давно. Да, я тоже, когда для меня открытие такое в смысле, то есть надо залить жидкость, чтобы горела печка. Ладно, залью, окей. Ну вот, как-то так, говорит Golden Retriever. Типа моего Перси, кстати, смотрите, такой же. Вообще один в один, прикольно. Дед деревни предлагает мне выбрать питомца, которого зажарят на ужин этим же вечером. Тут как-то не особо-то и... Не особо-то и пожрать, что есть, что там, сколько с этого? И со свиньи? Не, мало. Не, выбираем Вильяма Дефо, как его? Так же его зовут, да? Его будем жарить. Звучит как двусмысленно. Высокая зарплата. Люди, которые часто меняют работу. Люди, которые долго остаются на одной работе. Да, ну бред полный. Нет никакой закономерности абсолютно. Можно на одной работе долго быть и вырасти во что-то серьезное. Можно менять работу постоянно и в какой-то момент просто наткнуться на хорошее место. А можно комбинировать, долго сидеть. Менять часто работу, потом где-то задержаться надолго и подрасти там до хороших зарплат. А можно все то же самое, но подрасти до зарплаты, а потом вниз упасть. Короче, вообще херь полная. Русская баня. Russian крематориум. Сволочи. Зачем? Что? Какого они мнения о нас? Russia Crematorium. Это же не Россия находится по-любому. 8982. Ну да, ну код какой-то странный. Хотя тело по-русски написано. А, пофиг. Человек-бензопила. Окей, по-моему, такой какой-то комикс существовал или аниме какое-то японское. Я не знаю, я такой не смотрю. Девушка-бензопила. А что за девка на тебя подписалась? Окей, типа она пилит. Ладно, это ручная пила. Тем временем в Грузии изобрели пиццу хачапури. Пицца... Ачарули. Пицца Ачарули. Ну, клево, прикольно выглядит, я попробовал. Что нужно девушке для счастья? Богатый муж, машина, iPhone, фен, Dyson. Фен тоже звучит двусмысленно. Это прислать координаты. Хочу, хочу фен. Чел шлет координаты. Кто понял, тот понял. Что нужно мужику для счастья? Бред, просто подарите мужику машинку на пульт управления, он станет самым счастливым. Чушь какую-то несут. Причем машинка, это уже даже не смешно, серьезно. Это настолько уже старый, просто тупые мемы, они уже прям совсем. Хотя они у меня на канале выходят, получается. Это я вам сейчас тупый мем показываю. Нормальные скуфы дома сидят, пиво пьют. Окей? Это еще так забавно. Что может стоять за злостью? Довольно часто нашей злостью стоит совсем другая эмоция, приглядитесь. За злость, короче, может быть, это может быть и не злость. Не посрал с утра. Ага. Ладно. Я понял. «Батюшка, можно я не буду поститься?» «Можно, все равно твои посты никто не читает». «Поститься, типа». «Посмотри на него. Козел заряжается перед сном, чтобы в 3 часа ночи носиться по дому, как бешеный». Она все поняла, да. «Летом 2003 года я читал свою первую лекцию. Студентка привела на нее свою маленькую дочь. Я говорил об акулах, и девочка подняла руку. Я спросил, что она хочет сказать. Она принесла. В мультике «В поисках Немо» была акула». Это был мой любимый комментарий за всю историю преподавания. Я, прикинь, лекцию прочитал, препод такой двухчасовую, условно двухчасовую, да, час 20. Гибут вопросы, и так, один студент такой, в поисках Немо я тоже видел акулу, а он про акулу читал. Он такой, да, еще будут вопросы, я так долго готов к этой лекции. Такие все сидят, молчат, ладно, можете уходить. И зачем в рыбов столько хлеба? Это поднос для рыбов, глупый кот, это тебе рыбу подносят на хлебе. Нормально. Тогда забыл залить тарелку с гречкой водой, теперь все присохло к ней навеки вечные. Произошла безответственность. Это, когда я работал инженером и косячил, надо было так отвечать начальникам. Жалко, я не знал про эту забавную фразу. Произошла безответственность. Прикольно звучит. Закончим медицинский. Первое. Я постоянно мою руки. Второе. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не избежать. Третье. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети. Для этого можно было не учиться. Четвертое. Практически нет вещей, способных лишить меня аппетита. Пятое. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников. А твои однокурсники тоже боятся врачей. Типа тебя, вы друг друга боитесь. А я работаю в школе. Первое. Я постоянно мою руки от мела, чернил, красок, причем не только свои. Второе. Я не знаю, когда умру, зато точно знаю, когда начнутся каникулы. Третье. Я точно знаю, откуда берутся дети и во что они иногда вырастают. Лучше бы оставались там. Четвертое. Практически нет вещей, способных меня удивить. Пятое. И да, я уже, наверное, ничего не боюсь. Друзья, моя новая книга «Небо Титаны» вышла во всех магазинах. Покупайте ее и читайте.
Она классная, интересная. И можете перед этим посмотреть ознакомительные фрагменты, они бесплатные и лежат на всех, во всех магазинах. Если понравится, купите книжку. Не понравится, ну, не купите книжку. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, все, всем пока!